Павлов подбор, атака 3-2, Павлов встречается на удар, и Абдуллаев так дальше нокаут, добивание Пашевой. Плохо, Абдуллаев, мяч перехвачен, Пашев, попытка номер 2, удар, а тут Бом, Снайдер, утром Снайдер, Вишневский, вроде даже не менялись, ни разу подача, на дальнюю, Иванов, Павлова, Павлов, Карпова, Павлов, повтор, ну... Момент, Дударев 1-1! Пролом, спа... Петро. Сравнять счет. Абдуллаев, удар! Выше вар. Одного, второго. Передача на Ковальчука. Ковальчук бьет. Падение, добивание Морозова. Богданов. Подача следует. Сотника Ковальчука торопит. Удар. Шипа выкидает на ход. С Морозовым и руку падает сухая. Рука, мяч попал. Летит Таранка. Снимается подкат. Серова, но тут точно будет желтая. Вообще без подката. От Рашнайдера, Дудалев. И все. И Цветков там его приобнял. Карточка. Удар! В атаке, ну сейчас вот вы. Чувак, прострел, пролом, добивание от Карпова, будет водить. Есть пол. Ну что, один из последних шансов. Полминуты. Последний стандарт. Свиста всех на где Богданов. На Серова. Серов. Падает. Фу. Не торопит на быстро Кольчука. Того места, где идет Кульянов. Ну все, время здесь пришло. Ой-ой-ой, небольшая стычка. Снова Серов. Место удаляют. Красная. Красная. Серову. Яковлев будет здесь. Дары! Нет. Победа старой школы. Александр Шаряева. 1-0. Мяч. Провел Андрей Цветков после стандарта. Ну и так больше. Подводим итоги матча. Старая школа «Метро». Победа олдскульщиков со счетом 1-0. Андрей Струков, Илья Степин. Илья, поздравляю с победой. Ну, ты ожидал, что вот этот гол ранний, можно, наверное, сказать, да, на 7-й минуте станет единственным в этом матче? Да нет, я думал, что еще забьем. В принципе, игра получалась, были моменты. Спасибо сопернику за игру. Конечно, сегодня что-то очень грубо мы сыграли. Я думаю, надо как-то перестраиваться. И они, и мы. Много лишних эмоций, я считаю. Но, думаю, победили по делу, я считаю. По делу. Моменты были, и надо было что забивать, и тогда бы убили раньше. А так что-то сели слишком плотно на последних минутах. Ребята могли и наказать, на самом деле. Ну, 3 очка, как говорится, в копилку. Идем дальше. Андрей, давай твое резюме по игре. Не так много мне показалось, получилось создать голевых моментов. В основном вся острота исходила тогда, когда Артем Дудалев появлялся на поле, а он не так все-таки много времени провел. Не готов еще играть полноценно, не знаю, 60 минут. Соперника с победой, спасибо за игру.
Дудалев. Я наконец-то доволен, что Дудалев доехал, что он поправился. Были у него проблемы со здоровьем. Сразу игра в середине поля наладилась, пас появился хороший. Пока да, он входит в игру. Нет, почему? Мне показалось, что он нормально сыграл сегодня много. Там не с первых минут первый тайм, не с первых минут второй, но, наверное, процентов 60-70 игрового времени у него было от всего матча. Ну, конечно, не повезло. Как-то очень так жаль, что у нас, по-моему, в створ ворот ни одного удара. Все где-то около. Надо наладить уже прицел. И голы должны прийти. Не знаю, мне показалась игра такая боевая ничья должна была быть сегодня. Очень обидно, конечно, что не набрали ни одного очка. Вот. Но игра есть, эмоции есть. Футбол хороший, да, грубый, но это футбол. Берите до конца, парни, и те, и наши. Ну, я не скажу, что игра была грубая. В концовке была вот эта стычка, там Серов, Вишневский закусывались там на протяжении всей игры, и в конце это вылилось. Так бы не сказал, что была какая-то такая грубая игра. Мне кажется, вообще старую школу, да, критикуют за такой примитивный футбол, вперед на Вишневского, но сегодня я вел другую старую школу, низом, все здорово было, команда перестраивается. Ну, слушай, все же зависит от соперника тоже, как, ну, дают играть люди, мы стараемся, у нас тоже есть исполнители, которые умеют играть в пас, ну, понятно, что с Arctic Telecom и с эксклюзивом тебе там, ну, не дадут играть в стеночку, спокойно проходить по флангу и бить, ну, бить ворота, поэтому, ну, сегодня получалось, да, сегодня, по сравнению, как вчера играл Павлов и несколько еще ребят, мы просто там вчера вот так устроили им, чтобы они сегодня приехали и бились. Потому что этот матч тоже очень важный. Три очка на дороге не валяются. Тем более в Суперлиге. Любая, ну, любые три очка – это на вес золота. Поэтому я считаю, сегодня, да, все, с кем вчера говорили, все сегодня выложились, бились. Очень горжусь Игорем Васильевым. Сегодня очень-очень цепко отыграл. Сашей Павловым, который там в подкатах стелился, себя не жалел. Андрюшей Цветковым. Жалко, что Паша Вишневский удалился, конечно, в конце матча. Ну, это было лишнее, мне кажется. Там оставалось, Капишников сказал, осталось 5 секунд до конца игры. Вот это удаление перед проектом, это очень может сыграть плохо. Ну, я так понимаю, есть заявочное окно. Есть неделя, чтобы усилиться. Будем думать на этот счет. Потому что я считаю, что да, нам надо цепляться, усиляться. И, ну, нападающий тоже еще нужен, потому что Паша тоже весь матч играет, ему сложно иногда. Ты, Настя, все мои вопросы закоснял бессовестным образом. Давай все-таки чуть-чуть уточним, насколько сегодня было тяжело играть после вчерашнего эксклюзива? Это как-то сказалось на физических кондициях или нет? Да я думаю, мы вчера особо не играли, если честно. Ты был на стадионе, там, ну, просто приехали ребята попинать мяч, такое чувство, а эксклюзив там кайфовал, выходили три в одного, там, не знаю, ребята там мучились. Ну, поговорили с ними, ну, зачем нам вообще приезжать? Мы могли как СБР не собраться, отдать деньги и вообще не ехать, под, ну, силы сберечь. Ну, может, такой матч должен был быть, чтобы была какая-то встряска эмоциональная для ребят, у кого вчера не получилось, грубо говоря, да? Поэтому я считаю, все, что не делалось, все к лучшему. Ну, давай вот по чеснарю между нами, да? 7 туров позади, старая школа в шестерке сильнейших команд. Ожидали ли такого старта? Ну, я думаю, что... Да не ждали, мы просто выходим и бьем, сидим. Ну, что говорить, мы пришли в Суперлигу играть в футбол, в свой футбол. Сегодня был наш футбол из Премьер-лиги. Знаешь, я как будто смотрел матч последнего тура Рабона «Старая школа» в том году, когда мы 2-1 выиграли. Все то же самое, в принципе. Да нет, не то же самое. Не то же самое, я считаю, что стало больше футбола, однозначно, нежели это было в Премьер-лиге. Ну, не знаю. Мне кажется, что надо добавлять еще во всех компонентах и, говорю, притягивать людей, потому, ну, играющих 100%. А так всем ребятам, кто есть сейчас в обоим, всем большое спасибо за победу. Всем красавцы, браво, идем дальше. Илья скромничает. Ну, Андрей, ну я думаю, ты точно не ожидал, что команда после 7 туров будет замыкать турнирную таблицу вместе с ветеранов. Ни одного набранного балла в течение сезона вот этого. Ничья в кубке, остальные все поражения. Я так понял, игрой довольна, она налаживается. Когда ждать, что первых набранных очков? Вот сегодня Атлетика первые очки набрал, уже оторвался чуть-чуть.
Я думал, про меня забыли, у вас там такой долгий был монолог, диалог. Ну, игра приходит, я думаю, что и очки также придут, да, нам не так все просто и внутри команды, и вот это у нас межсезонье, я уже говорил о том, что мы в мини-футбол играли в город. Сложно перестроиться, сложно набрать те кондиции, мы стареем, нам сложнее, у нас состав практически не изменился, там пару игроков по позициям мы взяли, новичков заявили, но они пока не могут нам помочь. Приехать хотя бы на первую игру. Я думаю, что они должны нам как-то помочь и сил добавить, и какую-то новую кровь. Вот они должны как-то в команду влить. Но как только у нас получится получить там первое одно или три очка, то совершенно все по-другому. Игра перестроится, парни в себя, они верят. Просто не хватает вот этих эмоций, этой победы, вот этой первой. Как только она придет, я думаю, что все, и будет намного лучше получаться. И выходить заряженными будем на каждую игру. А так мы просто бьемся, мы хотим. Мы... Просто у нас такая цель, да, там сейчас в данный момент получить эти заветные три очка. Ну, как бы вот перегораем, когда там пропускаем, что-то не получается, и все, и уже эмоции кипим. Вот Антоха там тоже что-то закипел сегодня, уже в следующей игре не поможет. Ну, что делать? Это футбол, это страсти, да, это где-то что-то получается, где-то не получается. Ну, что делать? Будем работать над ошибками. Игорь Каминский чуть ли не первый, максимум второй раз появляется в сезоне на тренерском мостике. Это команде помогало? Да, сложно сказать, что при его присутствии и отсутствии у нас пока как было ноль, так и осталось ноль. Нет, Игорь Каминский делает свое дело. Просто у него параллельно работа, параллельно там тренировки с детьми, где-то совпадают игры, не может приехать. Но он также переживает за команду. Да, он пропустил сейчас там две недели, выбыл из как бы тренировочного процесса и руководства команды. Ну, парни молодцы, все равно как-то вот они там сегодня немножко схему поменяли. Да вроде все хорошо. Андрей Щербак не так ярко выглядит, как в прошлом сезоне. Тогда был настоящим лидером команды, забивал важные голы. Я так понял, не полностью готов. То его впереди попробовали, что-то не шло, потом на краю попробовали. И ответь сразу же по Диме Саблину, тоже появился не в старте. Очень мало отыграл, с чем это связано? У Димы Саблина вчера было мероприятие, поэтому он не был готов физически в старте начинать, да плюс опоздал на сбор, поэтому приняли решение его выпускать на замену. То сначала попробовали в защите, не все получалось, и потом в нападении. Но он все равно лидер команды, он мотор, и как бы парни к нему прислушиваются. Когда он на поле, тогда все проще. Даже когда не на поле, а рядом, на бровке, на скамейке, он заряжает своей активностью, своим болением, своим жаждой победить. Ну, как бы, Щербак Андрей. Ну, что я не знаю, у него тоже в прошлом сезоне не все сначала получалось. Тоже пробовали разные варианты. И в полузащиту его опускали, и потом нападение. Да все придет. Я говорю, что тут надо просто веру в себя. Первый гол, второй, и пойдем потом как по накатанной. Ну, главное, чтобы поздно уже не было. Как так в яму совсем не свалиться, откуда очень сложно будет выбраться. Я же говорю, что посмотрите, прошлый сезон проект тоже там в яме был, по-моему, первый весь круг. Ну, не спасся в итоге по спортивному принципу. Согласен, да, но у нас все впереди. Я думаю, что мы изменим чуть игру ко второму кругу. Все наладится, руки не опускаем, верим в команду, верим в футбол наш. Давно Суперлигу не комментировал, соскучился по всем вам. Все-таки, да, я вот как раз лучшего игрока матча выбирал между Ивановым и Павловым. Мне кажется, ты их обозначил. Действительно, оба очень здорово отыграли. Кто все-таки был сегодня лучше? Я думаю, что лучше сегодня был Иван Фролов, потому что он не пропустил ни одного гола. Ну, ударов в створ было мало. Ты же сказал оппонент, что там буквально там один, может быть, там два удара в створ. Ну, тогда, думаю, я не знаю, кого выбрать. Хочу, я всех отмечу. Вот всех, кого ты назвал, всех отмечу. Не хочу ни перед кем выбирать. Просто спасибо ребятам за то, что они услышали нас, сыграли, как действительно мы просили, с Сашей Ширяевым. Спасибо за судей, тоже могу сказать, потому что тоже услышали. Жду очень Дениса Савина. Так что приглашайте его. Пусть судит. Если Денис Савин будет в кондициях для судейства, мы обязательно его пригласим. Заключительный вопрос. Неоднократно слышу у тебя про новичков. Дозавочное окно открывается. У тебя уже есть какие-то конкретные фамилии? Кто-то уже найден? Или будете на следующей неделе еще работать в этом вопросе? Слушай, работаю. Очень сложно в том плане, что действительно нужны люди. И люди, они должны скидывать деньги. Так бы, если, конечно, было бы
был спонсор, нам было бы куда проще приглашать игроков. Но его нету. Мы его до сих пор ждем. Поэтому... Александр Прудников не справляется? Но он, я не хочу говорить про данного персонажа, потому что он потом мне вечно ВКонтакте пишет, что я, почему я плохо говорю. Ладно, Саша, привет. Короче, я сам буду стараться искать. Есть люди, ну, есть договоренности определенно. Надо просто их чуть-чуть подтолкнуть к этому, чтобы они уже играли за старую школу и пока что скидывали деньги. Сергей, спасибо. Удачи. Спасибо.